Готовлю есть. У нас жарко. Но не сказать, что прям уж совсем-совсем жарко. Ну, жарко. Для английской погоды это жарковато даже. Сейчас я хочу сделать, так, делаю в стеклянной кастрюле курицу. Давно уже не делала этот рецепт. Тут у меня стеклянная кастрюля, кладу сюда лук. А тут у меня чеснок мелко порубленный. И. Надо соль, перец и можно специи какие-нибудь добавить. Сюда. Вот так я прям на дощечке это делаю, можно в тарелочке, но я уже так по-быстрому. И беру курицу, так вот натираю ее смесью и складываю. Это старый-старый рецепт у меня, я даже не помню, сколько ему лет. Давно-давно в молодости меня научили этому рецепту. И я им пользуюсь уже много лет. Все мне его любят. Очень вкусный, ароматный. Так как здесь чеснок. И еще сюда хочу добавить. Лежит у меня цыпленок. Вот половинка его. Сережа его ел, не доел. Я его тоже сюда хочу. Наверное. Никогда так не делала. Попробую. Сюда же его фугану. Так вот сверху. Он, правда, уже мягкий. Вот все косточки уже из него выходят. Ну, ничего, я думаю. В кашу не превратится. Вот и все. И вот так вот закрываешь крышкой. И в духовку на часик, на медленный огонь. И получается курочка в собственном соку. Очень-очень-очень вкусная, очень ароматная. Еще делаю себе супчик. Ой. Со щавелем хочу сделать и на глаз со щавелем и, ну, в общем, на свой лад и вкус, потому что Сережа у меня не хочет горячий, не хочет жару и не хочет, не любит вот эту мою брокколи и цветная капуста и брокколи. Я хочу и щавель, и это положить. Зеленый лук и укроп у меня есть. В общем, ну такой вот. Чисто для себя. Тоже никого не на кого не оглядываясь. То есть всегда готовишь только для семьи. Не забываешь уже, что сам любишь, сама любишь. Поэтому я себе сейчас приготовлю. И будет очень вкусно. Вот, а это я в духовке сделаю потом еще остатки себе. В общем, зеленые еще у меня будут необычные, правда. Так, тут я заварила чаек. Вчера новый купила, сейчас покажу какой.
Вот такой зеленый чай с грушей написано. Ну, груши чуть-чуть там чувствуется. Ну, так, хорошо. Вообще этот бренд мне нравится, чайный. Смягчает такой зеленого чая, такой, ну, как жесткость такой. Вот я в жару могу горячий чай пить. Холодное вообще не люблю пить. В жару никогда. Так, еще положу лимончик. Так, подвину. Положу еще лимончик. Для кислоты хочу кисленького. Люблю кисленькое все. Так, немножко. А лимон вообще люблю и в духовке. Я на рыбу его кладу, когда запекаю в духовку. А рыбу запекаю в духовке и кладу лимон, вкладываю. И в фольге, и без фольги. И вообще, вот я люблю готовый лимон. И в супе, и в солянке. Очень люблю. Так, сейчас у меня капусточка сварится. Что еще? А, зеленый лук. Зеленый лук и лук еще мне надо. Что вы любите кушать в жару? Напишите мне свои рецепты. Про окрошку мы уже разговаривали. Может быть, какие-то холодные супы есть. Кто-то, ну, кто использует их, кто пользуется холодными супами. Есть свекольники какие-то, но я вот не знаю я про холодные. Вообще я супы не очень, честно говоря. Вот это так, что-то мне кисленького захотелось. Ну вот щи люблю летние вот эти и окрошку. Так, чуть не открывается на меня. Нож под крышку подсовываете и все, и она открыта. Щавель купила. Щавель у меня не вырос. Один раз срезала и все, больше нет. Вот купила опять в польском магазине. И вот у меня супчик, все готов. Будет очень кисленький, я попробовала. Все. Теперь на ужин у меня будет суп. Очень вкусно получился, кисленький такой, прям в меру. Туда еще яйцо добавляю и сметану, ну, как обычно. Вот, поэтому получается сильно вкусно. И сейчас я буду печь еще хлеб себе. Хлеб у меня закончился. И что еще? А, ну и все на этом на сегодня. И на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Лайки можете не ставить или ставить, как хотите. Но комментарии пишите обязательно. Всем пока!